В чемпионате Шотландии в 4 матчах. Прекрасно разыгранная комбинация. Но вот здесь Кирнан, оторвавшись от Дембеле, позволил тому принять мяч, развернуться. Не было офсайда. Пропускает центральные защитники еще и передачу от Дембеле, который следом за дублем отдает голевой пас. И рикошетом от штанги забивает Скотт Синклер. 3-1 Селтик снова удваивает преимущество.